друзья, всем привет. Все свои манатки забрал, короче, из дома, блин, сегодня без машины. Жду Алексея. Алексей сказал, прокатит. Как раз он говорит, только вчера ТО автомобиля сделал. Надо на дальнюю дистанцию съездить. Погода сегодня, как видите. Погода сегодня, короче, такая, мрачноватая. Но тепло, очень тепло на улице. Короче, надеюсь, Лёшка не спит. Время, ну, мы к 6 договаривались, время еще там 5 минут есть. Сейчас ему напишу. Вот на чем я сегодня поеду. Наконец-то на пассажирском сиденье. Как достал меня этот руль. Давай до забора. В эфире Алексей. Здорово. Привет, Лёх. Лёха, сколько ты уже не ездил на коп? Как у тебя ощущения? Ну, наверное, месяц точно я не был. Да, наверное, больше. А вот это что такое? Это... Алексей в раздумках, что делать. И я говорю, что делать, пойдем копать. Сегодня рубрика такая у нас. Все, что очень интересно, это серебро, золото, всякие финтифлюшки, штучки интересные будем показывать. А современные монеты, то есть как современные 900-х годов, которые ходячки у нас, не будем показывать. Ну, если только чуть-чуть, совсем. Такую малость, там, самую качественную монету. Лысые не нужны нам. Да это кайф, друзья, я не могу, погода тихая, плюс 18-20, вроде дождь был нарисован, нету дождя, плащей не набрали, да я даже плащ не буду брать, если дождь пойдет, я разденусь, голый буду ходить. Зацепились мы за один домик. Смотрите, какой у меня, ну вот это вот, чисто находки за 15 минут и топор, размер топора, видите? Мы смеемся, может это дети в индейцев играли? Топор формы как валочный. Ну, валочный, правда, он вот такой где-то. А здесь просто малюпасенький. Ну и ходовые фининги. 29-й год. Здесь 31-й год. По годовку собираем потихоньку. И какой-то такой вот люстры, что ли. Канделябр. Не знаю, как его назвать. Ну, топовый топор. Все, это монеты, все приелись. Но вот такие топорики. Прикольные вообще. Как говорит один из блогеров, no name. Что, друзья, алюминиевые 500 марок. Обогатились чуть-чуть. Ну, я вот, видите, разгибал ее. Она вся пошла. Вот тут орел сзаду проглядывается. Убитая, но... Что интересно можно было купить на 500 марок? На 500 марок алюминиевые. Я даже не знаю, надо смотреть, что можно было купить. 500 марок, обалдеть. Да. Очередной топор. Это хорошо. Мне топоры прям вообще прикалывают. Ровненький, заплющенный вверх чуть-чуть. Ну, пойдет побаловаться. Вот, Алексей, смотрите. Я же говорю, серебро будем показывать до золота. 823 год. Голову там видно. Там этот Вильгельм Первый еще. Дяденька самый старший. А, нет, уже смотри, это самый молодой. А, 823. А почему самый молодой там? Иди, самый старший. Они в 888 все поменялись. Да, самый молодой. Странно, блин, сына уже там впечатали. Сын еще не родился, его уже впечатали. Гирька попалась. По-моему, бронзовая, зеленая. Сейчас я ее почищу. Клейма. Ну, фокусируйся, брат. Брат. Клейма только вот сверху, и то их не видно. Снизу все чисто. Везде все чисто. Ну, блин, бронзовая, ну, прикольно. Работают трудяги, работают. Кто-то с бочкой, говнобочкой ездит, кто-то канавы чистит. Тем временем у меня попалась
пломба, ореол, вензель прусский, как на солидах, кёнигсберг. Красотка, блин. Сейчас пошукаю я тут рядышком. Все, перелетные птички поплыли, полетели. Куда-то на восток полетели. Гуси, гуси. Подсобрались, пошли. Редкая монета попалась в наших краях. 3 копейки. 955 год. Ну, на самом деле, для нас это редкость. У нас больше фенинги, да фенинги. Блин, такое место балдежное. На карте, правда, ничего нету. Так пейзажно здесь, смотрите. Копается легко. Сейчас пойдем туда с Алексеем пробежимся. А потом за серебром нас гонят. Идите, говорит, серебро собирайте. Вот тут под лесом, около леса. Талеры, наверное, лежат. Не, ну вы посмотрите, как будто в сказке просто дом. Вот и раньше я мозаику пазла собирал. Вот идеальная картина для пазл. Слушайте, барский дом такой обалденно красивый. А у нас Сибири газ. Что у нас? Пуговица у нас? У нас пуговица. Ох, какая пуговица, друзья. Воу, полегче. Смотрите, какая пуговица. Польский, что ли, орел? Красота. Мощная еще, только вот ушка нету. В зачет. Обалденная. Лех, я только в роликах говорю, что это тебе, а сам не передаю. Смотри, в черноземе что творится. Подожди, я сейчас пуговицу, ты вообще обалдеешь, если я сейчас найду. Слушай, бляха такая зачетненькая. Надо в черноземе здесь поковыряться, сохран хороший. Идем на дальний кордон. Нам поступила информация, что за 2,5 километра отсюда серебро лежит вдоль канавы. Пойдем собирать. У нас там в штаб-квартире ребятки сидят, точки нам скидывают, а мы по этим точкам отрабатываем. Результаты им скидываем. Осталось с километра идти уже. Чуть-чуть. Пока по ходу движения ничего не попалось интересного. Ну что, Алексей, нас дядя Женя в заблуждение ввел. Да вообще. Надо позвонить ему. Он специально нас сюда привел. Чтобы мы разведали место. Чтобы сами ездили. Зашли на какую-то мусорку, а там глина на 5 сантиметров копаешь и все. Но вот вышел я с этой мусорки, он 2 гроша попались. Такие, как рыболов копатель находит. И мы такие находим. Так что, Паш, тебе привет. У нас такая же теперь монета. 1-1. Нету серебра, нету сегодня, друзья. Но вот есть такой патрон. Попробовать его деактивировать. Разрудить. Сейчас. Если руки не оторвет. Но я думаю, не должен. Ну что, получилось мне его сломать? Я думал, там еще пыжи есть. Нет там пыжей. Короче, пороха пипец. Не сгореть бы. Очкового вообще. Он сырой. Two hours later. Не бойся. Лучше сигареты. О, да он мокрый. Потом удалим. Что, пойдет? Пойдет. Хорош вообще. Все, братцы, домой. Ох, нихера, где там машина-то стоит. Шуруем. Не нашли мы своего счастья сегодня. А все подковы были ломаны. Поэтому удача нам не улыбнулась. Сколько я подков нашел, все половинки. Сейчас к машине подойдем вам. Видеообзорчик находок скинем. Там, как всегда, все у нас на высоте уровень. Все,
Ну, мы сейчас чаи будем гонять. И быстрый видеообзорчик, пока чай не остыл. Ну, со скольким? Сейчас время 1:30. Ну, где-то 7:30, наверное, вышли. Моя куча. Я вот специально для вас весь шмурдяк собрал, чтобы вам меньше потом было чего. Ну, вы поняли, да? Чтобы вы чисто серебро находили. Из интересного, вот такая вот пуговица. Гирька обалденная, конечно, вообще. Не знаю, там чекухи сверху очень слабо пробитые. Ну, 2 грошика и пломбочка с какими-то вензелями прусскими. Все остальное, это чтобы вам не мешало потом на поле. Ну, Алексей еще больше шмурдяка собрал. Он вообще вас уважает. Только вот единственное, мы не можем разобрать. А, сначала по интересному пройдемся. Ну, вы все видели, 23-й год. Чуть-чуть подъеденное, но рельеф сохранился. С Вильгельмом Вторым, по-моему, он так называется. Колесико какое-то, типа канат какой-то тянуть, типа этого блочка. Видно, еще сверху крючочек был, блочок какой-то. Поезд, РЖДшник, блин. От поезда, сразу от поезда. И вот загадка. Что это? Или пуговица солнышко, или будем дома чистить. Непонятная такая, вроде как монета, а вроде как пуговица. Все. На этом все. Все, ждите новых ключей. До встречи. Всем пока. Далеко от больших городов, там, где нет дорогих бутиков, там другие люди живут, о которых совсем не поют. Не снимают про них сериалов, ведь они не в формате каналов, и не пишет про них интернет, их совсем вроде как бы и нет. Они молоды, но не студенты, ни окея не знают.